Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, добро пожаловать в игрушку Slime Rancher. Ну что ж, а мы вырастили, смотрите, какой большой. Большой и забавный. Играл я давным-давно и уже немножко подзабыл. В общем, тут смысл в том, что это как крафт, ребят, как, не знаю, как еще как Майнкрафт, крафт. Тут надо выращивать всяких зверюшек и видоизменять их, они сливаются воедино и образуют новый вид животного. Или я не знаю, как тебя назвать. В общем, давайте посмотрим, что у нас тут. Тут кристаллы, их можно будет продавать, получать деньги, совершенствовать свою ферму. В общем, как-то так. У меня пока что нифига нету, поэтому пойдемте добывать. Сейчас ночь. Красивое небо. Кстати, очень прикольно смотрится. Вот если на планету посмотреть. Вау, просто красотища. Здоровая-здоровая луна или какая-то планета, я не знаю, что это. Сапоги-скороходы. Смотрите, эти высокотехнологические и, прямо скажем, опережающие моду сапоги снижают потребление энергии, необходимой для бега. А где вас приобрести? Я немножко просмотрел. Ладно, ребятки, вы, если что, подсказывайте, что тут делать, в комментариях пишите. Я обязательно выучусь. Значит, тут всякие курицы. Угу. Можно собрать курицу. Так, это, конечно, все можно почитать. Так, ладно. Лучше пойдемте немножко прогуляемся. Серия будет минут 20-25, наверное, идти. Ух ты, вот это плохие, смотрите. Нифига себе. Они едят моих хороших зверят. Могу ли я вас взять? Блин, что мне делать? Как мне от них избавиться? Они на ранчо мою напали. Так, надо выкинуть их отсюда. Кыш. Одного выкинули. Лишь бы они моих не поели. Смотрите. Ну-ка, вали отсюда. Не знаю, что с ними делать, блин. Нажмите Е, чтобы активировать. А, это загон. Я могу улучшать загон. Участок земли. Курятник. Тут можно делать курятник. Сколько мне денег? В принципе, можно купить. Давайте купим курятник. А, мы взяли курятник. Вот. Это загон, это курятник, тут можно будет куриц выращивать. Только нам надо курицу поймать, давайте поймаем курицу. От злодеев мы избавились, у меня мало монеток, правда. Так, а вы кто такие? Давайте соберем. Надо будет 4 вида собрать. Так, розовый у меня есть, в принципе. Так, будем охотиться на синих. Что вот это такое? А это нам надо собирать. Кристаллы и морковку. Нам куребы найти. Так, а это что такое интересно? А, нажмите, чтобы активировать. Здравствуй, Беатрис. Можете на паузе прочитать, я тоже почитаю на паузе. А, я так понимаю, это ферма, ребятки. Угу, теперь она моя. В общем, ферма была какого-то дядьки, а теперь он куда-то ушел. И теперь эта ферма принадлежит мне. Теперь я буду за ней ухаживать. Я могу дать... Блин, я тебе морковку вообще давал? Ты ее не забрал. Забавно. Так, ладно, погнали. О, ты кто такой? Так, это я обязательно заберу. Они, ребятки, растут. О, а ты кто такой? Блин. Ты только что был синий. Кристаллы нам нужны. Кристаллы можем продавать. Нам надо добывать всякие кристаллы. За них мы получаем потом деньги. Так, вот тебя давайте возьмем. Сейчас мы насобираем каких-нибудь редких видов животных. Потом будем с ним что-нибудь делать. Ну, видите, он видоизменился. Он, видимо, кого-то съел. И стал вот таким вот. Пиу-пиу. Я их на прогулку выпустил. Ничего, они там видоизменятся потом. По-любому же изменятся. Так, что у нас тут такое? Вот синий интересный. Синего у меня не было. Скалистый лайм. Эти слаймы восстали из металла. А, из металла. У меня таких не было. Надо будет их... Смотрите, вот эти гады. Их надо выкидывать. Иначе они сидят тут все. Ты, я тебя спас жизнь. Благодари. Хотя можешь поблагодарить.
Нажмите, чтобы активировать. Давайте активируем. О, это карта. Прикольно. То есть теперь я захватил эту карту, она моя. Это вот вся карта. Фига себе, это какая-то большая карта. Так, ладно, окей. Тут какой-то странный живет. Странный тип. Карта, распределенная... А, за пределы местонахождения высокий риф. Я нифига не нашел тут, правда. За морем тут какой-то еще остров есть. Окей. Получены данные карты, найдите у узловые центры карты на территории запрета, чтобы расширить свою карту. Я не знаю, что с этими гадами делать. Я попробую их выкинуть. Подождите. Знаете, что-то... Может, туда его? Давайте возьмем одного. Где он? Мне нужен один. Так, возьму тебя, и сейчас мы с тобой прогуляемся немножко, дружище. Эй, не кусайся. Смотрите, какой. Короче, я его хотел вот к нему пустить, чтобы было интересно. Давайте сейчас проверим. Так, мне надо кратчайший путь найти. Не, мне в любом случае надо будет обходить. Так, иди сюда. Иди сюда. Мы его будем тянуть. Так, давай, иди сюда, иди сюда. Ты тоже. Ладно, немножко потерпи. 80%. Почти пришли. Терпи, терпи, терпи. Лови. Вот, лови. Почему ты не ешь его? Какой здоровый, смотри. Только его съел. Где он вообще? Так, а что если я тебе... Нет. Ну, не хочешь, как хочешь. Так, ну-ка назад. Назад домой. Окей, ладно. Короче, это была не очень хорошая затея. Ребят, играю... Я давно не играл, поэтому... Ну, плохо играю. Мне нужны ваши подсказки. Так, вот моя карта. Всю ночь без сна. Ух ты. Достижение всю ночь без сна. Хотя нет. Я спал, ребят. Не обманывай. Больших я не могу брать с собой. Может, мне надо будет пушку улучшить. Потом смогу тогда брать. О, смотрите, тут железная руда. Может, ты будешь развиваться? Давайте тебя тут пустим. Пускай летает, может быть, разовьется. О, смотрите, коричневый. Тут много... Так, кристаллы. Кристаллы мне нужны. Розовые не нужны мне. Блин, а где кристаллы? А, ну вот на один синий. Коричневый. Тут какой-то родник. Не знаю, что тут делать. Ух ты. На земле, на самом краю моих... угодий. Так, ну можете на паузе почитать, я тоже сейчас почитаю. Так, в общем, это история про то, как мальчик следил за деревом, которое стояло всю жизнь на одном месте и никуда не девалось. Оно простояло всю жизнь и умерло на этом же месте. И поэтому он решил не повторять историю дерева и отправился куда-то там в приключение. Купил билет в запределье куда-то там. Так, интересно, в общем, послушать. О, вот, смотрите, здорово. А тебя надо кормить, наверное. Ну-ка. Вот, вы детишки же. Нет? Ну ладно. Так, там тоже что-то интересное. Так, тут, видимо, что-то опасное. Тут много кристаллов.
Ой, отдай, отдай, отдай. Так, заберем кристаллы. Тут опасное место. Что-то написано. Ух ты, не ходить, видите, черепок написан, нарисован. И мы, блин, поперлись так, конечно же, туда. Тут нужен какой-то ключ, ребят. Вообще очень интересная такая локация. Можно посмотреть, где мы. А, мы вообще вышли со своей карты, потому что у меня вот она помечена, моя карта. А это где-то с другой стороны. Чтобы активировать, необходим слайм-ключ. Где взять этот слайм-ключ, я не знаю, ребят. Нужна будет ваша помощь, поддержка. Не падай, не падай, не падай. Так. Ну-ка, я могу прыгнуть? Мои кристаллы. Зачем ты погнался кристаллами? Не мое утро. А, подождите, все, что я забыл, это пропало? А... Зачем я такой жадный? Так, звездная почта. Тут можно почитать. Так, я... Тут я, видимо, курицу надо держать. Я могу улучшать высокие стены, весенняя трава, витаминизатор. Витаминизатор — последнее слово в самых развитых технологиях. Выведение домашних птиц окутывает куриц лучами какими-то. То есть они лучше становятся. Хорошо, где мне добыть этих куриц? Надо нам куда-то пойти. Мы сейчас вот здесь. На, по-моему, вот в эту сторону мы не ходили или ходили. А, там розовые. Ну, окей, ладно, давайте пойдем в эту сторону. В смысле, я не могу, что ли, пройти туда? Заросли, нифига себе. А, расширение фермы. Я не могу пока туда сходить. Мне надо расширить свою ферму. Чтобы мог потом туда пойти. Для этого нужны деньги. Я все свои деньги потратил. Так, а это что такое? Если туда мы пойдем. Тут мы не были. А, грот. Тоже надо купить. Видите, не могу пройти. Угу. Со временем мы потом туда будем ходить. Пока что надо тут развиться. Если я пойду назад. Я могу точно, я могу пойти назад. Может, мы тут что-нибудь найдем? 10 тысяч лаборатория позволяет тебе начать карьеру нелицензионного слаймолога-любителя. Тоже закрыто. Короче, мне кажется, надо стрим на эту игрушку сделать. Если сделаем стрим, нам будет потом проще. Ну, точнее, мне будет проще. Меня же будут подсказывать, надеюсь. Так, окей. Окей, окей. Блин, я мог это все продать за деньги. Так, давайте самое дорогое. Посмотрим, что тут можно продавать. Золотое самое дорогое. Но я не знаю, где вас добыть. Самый дешевый — это розовый кристалл, ну, в принципе, они тоже нам нужны. Кстати, вот эти, по-моему, нам дают. Ну-ка, назад. Вот кристаллы, которые мы с вами добываем. Нам самое главное — кристалл добывать. Остальных всех назад. Все, они отсюда не выберутся. Можно, конечно, высокие стены за 350. Пока не могу сделать. Я пока, у меня ферма очень такая плохая. Так, загон. Можно купить загон, участок земли. Так, это что такое? Это не загон, это уже курятник. А, нет, загон. А, загон, участок земли. Можно покупать курятник. Сделать тут разное. Мусоросжигатель, пруд. Интересно. То есть у нас есть загон и курятник пока что. Давайте хотя бы одну курицу найдем. Где они лазят? Где лазят эти курицы? О, много морковок. Много морковок — это хорошо. Так. Добудем морковки. Нифига себе мы. Мы очень круто налутались. Мне кажется, правда, их слишком много будет. Так, поймали.
Окей, сейчас мы туда пойдем. Сейчас мы отдадим, деньги как раз получим. Сбежал, смотрите. Он большой, он сбегает. Так, всех туда поместим. Не знаю, сколько можно максимум. И морковки тоже туда. Где они от радости прыгают. Ух ты. Я им даю морковки, они мне дают кристаллы. Блин, надо еще забрать эти все кристаллы. Все, вот она какая ферма. Они слишком быстро повзрослели. Можно как-то сразу, чтобы я забрал только кристаллы? Очень много получил кристаллов. Да блин. А кормушка-автомат? Кормушка-автомат выдает еду, которую ты определил для загона. Через регулярный промежуток времени главное не забывай пополнять запас. Блин. Плохо, что надо собирать все. Блин. А я не могу, что ли, больше 20? Почему нельзя? Чё к чему? Во второй слот что, нельзя? Хорошо, сейчас мы быстренько отдадим. То есть мы уже 160 получим. Вот сюда надо, видимо, бросать их. Деньги прибавляются. Так, тебя я продать не могу. А синий дает, смотрите, нам 29 таких. А, одна штучка 29 стоит. Хороший. Хороший кристалл. Окей. Моя пушка максимум 20 может собирать. Все, сажаем. Отлично. Их что-то у меня дофига, чересчур много. Я думаю, не стоит так много вообще заводить их. Так, смотри, у меня уже 259, неплохо. Так, а это для чего? А, я тут тоже можно выращивать. Смотрите, у меня довольно-таки... Так, давайте одного тебя возьмем. Другой загон. Все, пускай немножко тут будет, немножко там. И пойдем искать курицу. В принципе, я заинтересован в этой игре. Поиграем, а чё бы нет. Уже начинаем вникать, понимать. Куры, куры, куры. Раз, два. Сейчас мы добудем куриц. Три. У меня уже три курицы. Что у нас тут? Куча морковки. Отлично. Морковка нам... А, блин. Вас без разницы, какими фруктами кормить? Вообще, они все морковки съели. Тут тоже растет морковка, но тоже нету. Так, ладно, курица есть. Держи морковку. Они любят морковку. Окей, быстренько бежим домой. Так, сейчас мы куриц поставим, у нас загон есть. Они, видимо, не прыгают, да, надеюсь? Так. Что они будут кушать? Эй! Ну-ка, кыш, смотрите, они сейчас поедят моих кур. Они куриц... Нифига себе, они куриц едят. Я вообще-то выводить вас хотел. Блин. Вот там сидите. Блин, это дело не пойдет. Зря я рядом курятник поставил. Они, блин, они хотят съесть.
Высокие стены 350, мне не хватит. Они все равно сидят, блин. Наверное, неправильно расположил. Пока ее не убили. И, возможно, уже убили. Нет, еще жива. Так, стоп. Стоп, иди сюда. Высокие стены. В смысле, он все равно допрыгивает. Я поставил высокие стены, он все равно допрыгивает. Окей, ладно, погнали дальше. Нам надо... Надо каких-нибудь других видов найти. Возьмем вообще совершенно другой вид, будем их выращивать. Ух ты ж, елки-палки, нифига себе место. Тут реально круто. Так, сейчас мы тут залутаем. Не, вы нам не нужны. Я лучше сюда сам буду бегать. За кристаллами. Мне кристаллы ваши нужны. Отлично. Смотрите, он еще бьется, дерется. Ладно, я понял. Где другой вид? Тут одни розовые, блин, ходят. Розовый слайм. Это розовый слайм. Я туда-сюда бегаю. Так, тут по центру моя ферма. Угу. Запомнили, рядом, где синяя такая местность. Я тут заблудился. Фу, ну игрой заинтересован, будем в игру играть. Там по-любому куриц моих сидят. Быстрее я так рядом поставил. Вот, вот кого, кто мне нужен. Только, стоп, стоп. Мне только синие нужны. Скалистый слайм, да. Именно он. Так, я сейчас почитаю опять. Так, в общем, тут что-то интересное. Вся пещера системная была заблокирована обвалом, когда я ее открыл. Может, поэтому ребята тут в глубине такие хмурые, им уже давно ничего не перекусить, нечего перекусить. То есть мне надо захватить с собой еду, что ли? Ух ты, нифига себе. А, смотрите, они какие-то суровые. Короче, валим отсюда. Если они не будут. Сюда надо захватить еды, чтобы пройти дальше. Окей. Пока что мы хотим синих слаймов найти. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кура-кура-кура-кура. Курам забрать. Розовые кристаллы. Розовые кристаллы и курицу. Вон еще одна курица. Так, отлично. Розовые слаймы мне не нужны. Мяуровый слайм какой-то, прикольно. Мяуровый слайм я не помню. Так, что у нас там? Тут тоже какая-то пещера. Так, может тут каких-то кристаллических слаймов найдем. О, вот. Вот тот, кто мне нужен. Вот они новые. Блин, птенцы. Много птенцов. А птенцов никто не ест. Ладно, возьмем лучше куриц. Курицы нам дадут птенцов. Окей, в принципе, у меня на максимум. Надо бы свой... Пистолет надо как-то улучшить, мой свой. Неплохо, у меня 6 кристаллических и 10 мяу-слаймов. Надо как-то выйти отсюда. О, вон там курей я вижу. Так, птенцов трогать не будем пока.
возвращаемся назад. Серия, короче, наверное, минут 30 будет идти. И вот в субботу серия выйдет, и в воскресенье выйдет серия. Посмотрю, если вам игра понравится, продолжу играть обязательно. Так, более-менее разобрался. Вот этих, блин, у меня тоже нету. Сейчас мы их тоже будем выращивать. Так, все, я немножко в теме теперь, я понял. Не стоит одних и тех же держать. Так, вот мы отдаем. Портовый дилер. 197 у меня есть, но это самые простые. Вот эти будут 32 давать. Я знал даже, кто это будет давать. И скалистый слайм мне будет давать 29. Мяу слайм будет 26 давать. И самый топовый, вот он, свечащийся, 32 будет давать. Вот это, конечно, топ. Я не знаю, как его раздобыть пока. Смотрите, они уже... Это мой курятник, какого черта? Короче, я... Знаете, что хочу, наверное? Сюда других заселим. Все, иди. Ты свободен. Я потом у всех освобожу. Ты тоже свободен. Может, конечно, жирных стоило бы оставить. Все мои курицы съели. Почему я их не могу взять? Так, сюда я хочу посадить, допустим... А они могут ужиться все вместе, надеюсь? Здесь вы не будете, другое есть. Короче, тут будут жить два вида. Все, вроде они дружат, нормально. Куда вы? Хорошо, ты иди сюда. Просто такой здоровый. Блин, смотрите, не идет. Да, не так-то уж просто с этой фермой. Все, уходите. Раз я сделал курятник, блин, ну... Пускай тут будет. Или ладно, давайте добудем сейчас кристаллов. Так, сейчас они нам кристаллы дадут. Да, ферма не такая уж простая оказалась. О, они стали большими. Так, ну что, вы там дали что-нибудь? Они дерутся, блин. По крайней мере, у них хорошие кристаллы. Надеюсь, они не поедят там друг друга. Уже выросли. Вот это какой-то шар. А, нет, это... Что-то вы мало дали. Иди к ним. Да, ферму, конечно, надо как-то расширять. Пойдем продадим. Нам еду надо добыть. Так, вот. Металлический 26 дают. Неплохо. Этот дает нам сколько? 29. Нам надо еще вот светящихся взять. Мы сейчас возьмем лучше еще ферму одну купим. Тут будет еще одна ферма. Так, загон. Загон. Участок земли можно взять. Давайте загон. Купим загон. Еще хочу одних слаймов взять. Сейчас вне серии покажу вам. В смысле, в конце серии, вне серии я их наберу. Звездная почта. Зайди в фермерский дом, чтобы посмотреть. Потом посмотрим. Ребята, я только сейчас подумал, как мы будем их содержать, вот этих. Они же летучие. Они летают. И их, кстати, не так-то
просто добыть. Я их потерял в прошлой серии. Они ночью. Они, по-моему, ночью, да, гуляют? Ночью активно. Но тут черт знает, что творится. Смотрите, они просто выбежали. И меня еще бьют. Так, допустим, я посажу вот вас троих. Да что-то это... Я не знаю, что с ним случилось. Зря он съел кристаллический камень. Ну, типа он стал. Их надо, наверное, отдельно держать друг от друга. Блин, как же все сложно. Я в следующей серии обязательно, ребята, продолжу и немножко научусь. Пойму принцип. Вот он дает кристаллы. Синий дает кристаллы. Блин, ну они и больно дерутся. Других бьют тоже. Ладно, в общем, ребят, до скорого, до новой встречи. С вами был Дриди, всем до скорого, пока-пока. Я, по-моему, тоже повторял. Увидимся.